Здравствуйте еще раз. Отрежешь, да? Здравствуйте. Мы продолжаем цикл вопросов адвокату Галму Нурпиисову по поводу Конституции Республики Казахстан и его статей. Вот у нас, получается, первый цикл закончился на правовом государстве. Вот мы бы хотели дальше раскрыть именно первую статью нашей Конституции. У вас есть пару комментариев по поводу правового государства, вы хотели решить. Да. Что значит правовое государство? Правовое государство – это в любом случае, это в обязательном порядке политический и идеологический плюрализм. Это у нас как раз… Можно своими словами? Плюрализм, что это значит? Это многообразие. Вот у нас статья 5-я. Казахстан. То есть у нас не может быть только коммунистическая партия, у нас может быть несколько партий. Вот у нас говорят, Казахстан признает идеологическо-политическое многообразие. Что это такое? Это открытие дороги для здоровой оппозиции. Если не будет оппозиции, государство, вот эта власть, может прийти в тупик. Почему она будет злоупотреблять? Вот правовое государство – это один из немаловажных факторов, это политическое идеологическое многообразие. Вот я вот это хотел бы добавить. Понял. Следующие моменты это светское и социальное государство. То есть Республика Казахстан утверждает себя светским и социальным государством. Что значит светским? Объясните, пожалуйста, светским. Светское государство в данный момент это отделение государства от религии. Это отсутствие государственной какой-то религии или основополагающей религии. В принципе, в Казахстане, мы здесь видим, у нас есть церкви, у нас костелы есть, синагоги есть, мечети есть. При этом, если отталкиваться от понятия светского государства, мы, если откроем закон о религиозной деятельности и организации религии, там есть преамбула. Республика Казахстан признает историческую роль православия и ислама, ханафитского мазхаба. Иные религии она просто уважает. Данная преамбула противоречит понятию светского государства. Когда здесь у нас судят людей по 174 статье, якобы они разжигают рознь, здесь в приговорах выстраивается такая позиция. Фонд потерпевших, то есть фонд государства выплачивается денежная компенсация за приговор. Это опять подминает светское государство. Светское государство говорит, верьте или не верьте, мне это не важно. Что, как хотите, организовывайтесь. Но если Советский Союз был атеистическим государством, он атеизм заменил образованием. В Советском Союзе было высшее образование. У нас очень качественное было образование. Сейчас в Казахстане, если мы сказали верьте во все, то Академию наук у нас с госбюджета убрали на хозрасчете. Естественно, Академия наук будет работать там, где ей платят. То есть наука не будет служить интересам общества или интересам государства. Наука будет служить для того, чтобы самой себе выживать. Вот. В этой ситуации, я думаю, здесь тоже необходимо было бы государственным органам, а также и обществу пересмотреть эти вопросы для того, чтобы подвести в понятие светское государство. Так, ну, в принципе, мне кажется, мы так сильно не сталкивались с преследованием, хотя здесь много есть вопросов, когда запрещали говорить амин во время намаза. Это противоречит корне светскому государству. Ну, говорит человек во время намаза амин, ну и что, ну пусть говорит. Это Шафи Масхаб об этом прямо говорит. Вот у нас, например, в Айнах мечеть есть, там во время намаза говорят амин, а в центральной мечети говорить нельзя. Из-за этого у нас возникают конфликты. Вот буквально недели две назад ко мне обращались ребята, на них напали, их привлекли к административной ответственности за воспрепятственное религиозное деятельность, потому что они во время намаза сказали вслух амин. Ну где это светское государство? Это государство оштрафовало их, фонд государства ушли штрафы за то, что человек сказал амин. Это разве светское государство? Это уже не светское государство.
Ну, вот, это по светскому государству. Здесь тоже есть много вопросов, много моментов. Если будет необходимо, мы можем его более детально изучать. Маленький вопрос. То есть, получается, если есть религиозные праздники в календаре государства, допустим, 7 января, либо Курбанайт, это государственный, или выходной день, это что, противоречит этой статье, что мы декларируем себя светским государством? Ну, это вообще-то реализация преамбулы закона о религиозной деятельности. Если они говорят православие 7-го, то тогда 25-го у католиков есть свой праздник, пожалуйста. Или у евреев это Ханука, как да. Вообще народ... Вот евреи в Казахстане тоже сделали большой вклад. Их тоже надо уважать в этой части. Так это что, это противоречит? Выходной день на государственном уровне по всей стране сделали является вот... ли противоречием этому понятию светское государство или нет? Ну, я считаю, что все-таки это является противоречием. Ну, если светское государство, светское государство, все. Ну, или тогда вы скажите, мы уважаем все религии, ну, даем предпочтение там вот, православию. То сейчас вы сделали, получается, говоря о том, что мы отделились от религии, при этом сделали предпочтение определенным религиям, оно уже не попадает под действие вот этой первой статьи светского государства. Ну, теперь социальное государство. Вот мы утверждаем сейчас социальным государством. Это большой аспект, на который необходимо обратить внимание. Вот мы видели протесты матерей, мы видели протесты ипотечников, мы сейчас наблюдаем ту ситуацию, когда инвалиды получают мизер, и у нас, например, прожиточный минимум, там сейчас, по-моему, 40 тысяч тенге, там, а рождается ребенок, ему пособие там, 20 тысяч тенге. Что такое социальное государство? Социальное государство – это, в первую очередь, это сильная экономика, где, получая доход, государство перераспределяет доходы людям, у которых меньше возможности зарабатывать. Ну, не у каждого есть жилка предпринимателя. Не каждый может взять ответственность за свою судьбу на себя. Как, например, индивидуальный предприниматель говорит, я хочу сам зарабатывать, он идет и попадает, предпринимательский риск там или еще что-то. У нас сейчас на сегодняшний день, если попадает под предпринимательский риск, то почему-то для банков идет помощь от государства, да, а для простого человека помощи нет. Он говорит, извини, ты чем думал, когда ты брал кредит? Ну, извините, кредит – это одна из форм предпринимательской деятельности, это одна из форм заработка банку. Человек хочет заработать, он берет кредит, происходит вот таможенный союз. Отменили, ввели определенные таможенные пошлины. У нас люди, которые возили сюда автомобиль, из-за изменения таможенного пошлина не смогли получить прибыль. Обанкротились. Что сделали? Банки кредиты не простили, они зажали их. Некоторые добились того, что на этих предпринимателей возбуждали уголовные дела. У меня была подзащитная, которая, занимаясь предпринимательством, попала под действие закона, на нее возбудили уголовное дело. Это же вообще, вот где здесь социальная защищенность? Здесь должна быть социальная защищенность вот этого населения. Вот, например, когда у нас произошла девальвация, так надо было как-то смягчить этот удар. А что получилось? Очень много людей, которые не знали о том, что будет девальвация, потеряли свои сбережения. Это же факт. То есть социальное государство, это подразумевает собой, что есть некое общество, да? В котором есть сильные игроки, есть слабые игроки. Но чтобы это общество было, себя считало социальным государством, сильные заботятся о слабых. Для того, чтобы у слабых были те же права, что и у сильных.
Возможности, права, возможности. Возможности. Вот, в этой части как раз вот у нас есть социальное партнерство государства и общества, в которое здесь, вот, например, вот у нас есть власть, есть у нас трудовые коллективы. Возникают какие-то конфликты, вот мы видели забастовка шахтеров там, или еще что-то. Жанна Узени, да. Вот для этого и организовывается профсоюз. Профсоюз, он представляет интересы власть этих рабочих и заставляет власть скоординировать свои действия. Вот когда вот вы говорите, каждый может участвовать в управлении государством. Вот как раз вот в этом формате у нас и появляется, где политическая партия, где профсоюз, где какое-то общество, которое, концентрируя требования, заставляет государство изменить правила. Вот, например, мы видим во Франции стачки этих желтых жилетов. Они поднялись, они говорят, мы не согласны с пенсионной реформой. Что сделали? Объявили в рамках закона. Это по закону. Это право человека, это политическое право. Это социальное право тоже в этой части. Они объявили, что не согласны, стачка произошла, митинг, вот эти все пикеты, и государство изменило эту пенсионную реформу. Только в том случае, когда эти люди начали требовать соблюдения своих прав. Если бы не требовали, их бы никто не услышал. Да, вот здесь у нас многодетные матери затребовали социальное пособие. Мы знаем, чем это закончилось. Вот, то есть социальное обязательство государство выполнило. Если бы она выпила, люди бы не выходили бы, не требовали бы. Вот здесь именно этот момент. И теперь, например, что такое социальное государство? Вот сейчас вы проявили инициативу делать цикл лекций по разъяснению прав. Это называется правовая культура. Это социальное партнерство. По сути своей, государственные органы должны были создать какие-то органы или на телевидении передачи, вот, так как час суда там, или еще что-то, где в игровой форме разъяснять какие-то права. Ну, на сегодняшний день я не знаю, мне кажется, телевидение сейчас мало кто смотрит, по крайней мере, я таких моментов не вижу. То есть определенную форму социального партнерства сейчас по развитию правовой культуры вы инициативно выполняете. Это и есть одно из принципов социального партнерства. То есть вы сейчас реализуете социальные условия государства. Вот я вот то, что выше говорил, я вот здесь как раз это, вот здесь я у тебя указал, защита граждан перед жизненными рисками. Вот. Скорая помощь? Нет, не жизненные риски у нас, скорая помощь, ну, да, оно здесь может у нас иметь отношение и к скорой помощи, так как вот у нас есть, государство не может гарантировать здоровье. Государство может гарантировать охрану здоровья. А охрана здоровья у нас подразумевает форма исполнения вот этого момента. Это у нас эти дома отдыха, это пансионаты и так далее, и так далее. Вот в 93-м году Конституции как раз она раскрывалась вот в этом формате. Охрана здоровья, где государство поощряло бизнес путем там, снижения налогов вот в этом формате, чтобы люди отдыхали. Почему? Потому что здоровая нация, она позволяет нормально человеку жить, работать, зарабатывать. Соответственно, больше зарабатывает человек, будет приносить больше налогов государству. Вот сейчас мы, например, увидели, сейчас вот с 1 января у нас заработали сергеки. Это социальное государство. Так, это если это государство штрафует, взамен оно что дает? Безопасность движения. Ну, безопасность, в чем она выражается? В том, что я буду меньше ездить, или все-таки дороги они все-таки сделают нормально? У нас здесь закрываются трассы. Это мы налоги платим. Потому что 1 километр дороги, а если туда вкладывается 1 тенге, то он 3 тенгами,
3 тенге приносит косвенными налогами прибыль государству. Так надо же сделать. Сделать платную дорогу, но сделать это альтернативу бесплатной дороги. У нас вот в отсутствии альтернативы, у нас как раз вот это социальное государство, это социальный вопрос, она у нас уничтожает. Бюджет государства не должен пополняться штрафами. Бюджет государства должен пополняться налогами. А чтобы пополняться на налоги, нам должны обеспечить социальные условия. Вот. Это... То есть это скорее карательные меры, да? Да, 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 да. Вот. Теперь следующее, вот экономическая поддержка государством. Вот экономическая поддержка, вот сейчас, говорят, увеличили там пенсии там на столько-то процентов, минимальная заработная плата на столько-то. Мне кажется, это неправильно. В принципе, в нормальном социальном, правом, демократическом государстве у нас должна быть разница. Минимальная зарплата от максимальной не более 10-кратный разбег. Посмотрите, у нас минимальная заработная плата 43 тысячи тенге, да? Посмотрите заработную плату депутата парламента под миллион. Какой разбег у нас здесь? Это социальная разница? Это не является социальным равенством. 20 раз. Да, это наоборот создает разрыв социальных слоев. Вообще, и в экономике есть вот такая треугольник. Это государство, где выше богатые, средние, бедные. Выше богатые и остальные бедные. И есть ромбик. Ромбик, он как раз и показывает нормальном правом государстве. Ромбик, класс, да, что средний класс это доминирующий. Вот, ну, мы ругаем, не ругаем Штаты или Европы, или страны Европы, но у них средний класс, он очень богат. Потому что дали им право, и это право соблюдается в том, что они зарабатывают, хорошо зарабатывают. При этом тот, который зарабатывает, для того, чтобы получить определенные льготы, государство стимулировало. Он делает благотворительность. Он сделал благотворительность, он получил определенные льготы. Вот социальное государство вот в этом формате у нас и... Хотелось бы еще раз резюмировать. Мы сегодня подняли вопрос, что такое Конституция. И ее первая статья, которая гласит, что Республика Казахстан утверждает себя демократическим, светским, правовым и социальным государством, высшими ценностями которого является человек, его жизнь, права и свободы. Можете резюмировать? Ну, я, наверное, так скажу. Если Казахстан себя утверждает демократическим, в первую очередь, здесь у нас должно быть приоритет. Первое – право человека над законом. Правовым государством – это четкое разделение власти, это четкое разделение систем власти. И чтобы не было такого, как согласованность ветвей власти, как вот у нас согласно Конституции, президентская форма правления. То есть президент у нас влияет на парламент, на правительство и на суды. Это неправильно. Это противоречит именно самому принципу правового государства. Президент должен работать с исполнительной властью. Законодательная власть, она противовес этой исполнительной власти. То есть наш президент стоит над тремя формами, над тремя ветвями власти. Да, да. Исполнительный, законодательный и судебный стоит наверху. Да. Мегаструктура под названием президент. Да. А над ним еще Совет Безопасности, председатель Совета Безопасности. Ну, на сегодняшний день у нас... Это уродливая форма получилась. Да, Совет Безопасности у нас в Конституции не прописан. Его прописали конституционным законом. Если так его просто разобраться, согласно Конституции, Совет Безопасности у нас является органом, не соответствующим нашей Конституции. Ну, а светское государство, это, в принципе, в том, что если есть религиозные праздники, то пусть они отмечают все одинаково, все религии. В Казахстане многонациональное, многоконфессиональное государство, поэтому кого-то выделять, а кого-то не выделять, это неправильно. Напоследок, вот по поводу вот этого права еще раз прокомментируйте, что все-таки право, оно работает только тогда, когда каждый человек требует исполнения своих прав. Если же он не будет требовать, то почему я должен как бы его права соблюдать, если он не требует, не защищает эти права? В данной ситуации это как раз и есть надзор
общество за государством. Когда вот общественники начинают объединяться в движения, в какие-то группы, и вот сейчас, например, как вот вы пытаетесь создать цикл разъяснения прав, это, послушав наши беседы, может быть, кто-то что-то для себя поймет, уловит, что-то придумает и придет уже к исполнительной власти, к тому же акиму скажет: извините, пожалуйста, вы как исполнитель, вы должны мне помочь согласно социальному праву, вы мне должны обеспечить защищенность. И естественно, мы все понимаем, что права хорошо защищаются тогда, когда мы объединяемся. Да. Ну, да, то есть, если поодиночке мы свои права не сможем защитить, но объединившись, это как коллективная оборона, да? Это политическое право человека в объединении, ассоциация, объединение, движение. Я к тому, что вероятность выполнения моих прав резко возрастает, если я буду объединяться по этим правам. То есть мои права ущемлены, права Асхата, права Хайрата. Следовательно, мы можем объединиться и уже коллективно требовать отстаивания своих прав. Да. Я здесь, наверное, вот так лучше раскрою. Вот я как юрист, я не понимаю значение слова «народ». Для меня кажется, у народа нету права. Есть право только у человека. А в данной ситуации, когда люди начинают объединяться, у нас появляется общество, электорат. И этот электорат начинает задавать требования и диктовать условия. Отстаивать свои права. Да, именно этой системе власти. Вот, это одно из политических форм каждого человека. Поэтому, когда говорят, источником власти является народ, оно такое размытое понятие. Народ кто? Вот мы выйдем. Народ где? Будет ходить толпа. Это то, что вы в прошлый раз раскрывали. Электорат – это есть те люди, которые дают какой-то… Объединяются под общими ценностями. И дают какой-то карт-бланш какому-то человеку для того, чтобы он представлял интересы во властных структурах. Да, это да, и да. Есть электорат. Да. С правом его смещения. То есть, да. Как вы говорите, не императивное право, то есть он не имеет права долго это сидеть. Да. Вот в этой ситуации, например, смотрите, Советская Конституция была, источником является народ и коммунистическая партия, партия народа. То есть лица коммуниста объединяются, и вот здесь народ мы воспринимаем в лице коммунистической партии. Всё, понял. А в Конституции 93-го года именно это понятие как было расписано, можете сказать? Там было постановлено, народ является источником власти. Но мы еще не отошли от советского понимания многих терминов. Вот, здесь нам еще предстоит эволюции. Мне кажется, да, это будет следующее. Для начала нам нужно вот эту конституцию освоить, а потом уже его сравнивать с тем, что могло бы быть. Да. Все, спасибо. Резюмируя сегодняшний вечер, хотелось бы поблагодарить адвоката Галму Нурпиисова, которого мы... Воина права. Да, воина права, которого мы уважаем за его знание юриспруденции, за то, что он нас всячески защищает, консультирует. Вот. И хотелось бы сказать всем слушателям, что Конституция сама по себе стоит недорого. 250 тенге она стоит. Да. Купите. Читайте. И давайте вместе все будем читать, изучать законы. Человек, который знает свои законы, он умеет сам себя защищать. Соответственно, знающий законы человек, он всегда сможет контролировать власть. Вот это вот хотел сказать.